Доброго времени суток, друзья! Для кого не секрет, что мой канал в основном посвящен ножам. И среди этих ножей очень большая масса из общего числа – это ножи от Кевина Джона. Вот уж больно хороши ножики за те деньги, что за них хотят. Так просто вообще замечательные. А в данном конкретном случае у нас тут небольшой раритетик. Почему небольшой? Потому что ножик действительно небольшой. Это реплика от Кевина на Страйдер 5 от Мика Страйдера в исполнении Лего. Такой вот малыш. ТТХ и все остальное выкладывать не буду или напишу под видео. Здесь просто покажу, как работает ножик, саму механику и внешний вид. Значит, что у нас тут? У нас тут G10. Здесь у нас термообработанный титан и титановая клипса. Отверстия для темляка нет. У нас здесь фрейм. Фрейм, который заходит на самое начало петли клинка, надеюсь, видно, и света вам хватает. А Tiger Stripes на клиночке, очень прочное покрытие, очень хорошо ходит клиночек, складывается под своим весом. Можете видеть, да? Это при том, при всем, что он не обработан ничем, он буквально из коробки, а недавно мне пришел. А по поводу заточки и самого реза, давайте посмотрим. Так вот он режет. А здесь ставочка у нас стандартная для таких малышей. Это 12C27. Это довольно бюджетная сталь, но вполне рабочая. Ножик был сделан в первом месяце 2013 года. Они кое-где еще попадаются в свободной продаже, но, скажем так, их количество стремится к нулю. Вот такая вещь. А на ряду давайте посмотрим. У меня еще есть пятишка, но карбоновая. Поглядим, как они выглядят. Вот. Карбоновые 5. С темночком. То есть, видите, да, даже покрытие немного разнится по своим рисуночкам. Так они выглядят вместе. Эти два чудесных ножика. Совсем крошечные. Но при этом не менее харизматичные, чем большие братья. Этот и вот этот лево. Клинок у нас по центру. Все у нас летает. Фиксация мертвая, люфтов здесь нет абсолютно. Ну, нож, конечно, не для каких-то диких тяжелых работ, но как и EDC-шник летний, или для, скажем так, дамы сердца, вполне хороший нож. Одна из моих подруг себе такой заказала, таскает его по ходу, чистит картошку, готовит салаты. Вот такой вот нож. Вот такой вот Страйдер 5 от Кевина Джона. Реплика на ножик от Мика Страйдера. На пятишку. Карманный вариант большого и злобного Страйдера. Спасибо, друзья. Если есть какие-то вопросы или комментарии, пишите. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.